Едем в наш Лидл, и у нас дождь льет, и солнце светит, и градусов сколько? 19 пишет. 19 градусов. Ну, знаете, как-то это самое прохладненько. У нас вообще еще май, сегодня 28-е, да? Еще вообще не было такого, чтобы тепло. Раньше сказали, после 10 мая будет тепло. Скеля. Контроль-то скеля. Собаки делают прогулку. Опа, ты кого-то в треке. Дромус каунт. Просекся. Είδε τι ξέρει. Και τι. Έβγαλε φλάσο ότι θα έρθει από εδώ. Του ειδοποίησε ο άνθρωπο. Ναι. Αυτό στην Ελλάδα θα φύγει. Ναι, όχι, πρέπει να περιμένει. Σαν... Κάτι κάνω. Έργα. Τι το делали там, в этом, в колодце. Что там за у нас в море, на море, в море, в море, как-то я, блин, говорю не по-русски. Покрестились, церковь проехали. Море спокойное. Еще и купаются кто-то. Ну, не видно ничего. Дождик. Дождик. Я оделась по-летнему, даже с босоножки одела. И Вась тоже по-летнему. Футболку летнюю одел. Я тоже в новой футболке, которую покупала, помните? С лепестком. Каком-то листочек там был. Вот. Так что вот такие вот дела. И мы едем. Ваю, привет. Ох, и дзами. Дзама по меса? Ναι. А если лигу на... Ведь не напнули лигу. Вот такие вот дела. Дождь. С утра не было дождя, с утра было нормально все. А сейчас дождь начался уже полчаса как идет. Цветы не надо поливать, главным делом. Коста сдал экзамены в субботу, воскресенье во французской школе. Как сдал, не знаю. Потом я вам скажу, как. В школе начинаются 1 числа экзамены. И начинается, кажется, с древнегреческого, который Костас не очень сильно и любит. Ой, еще что-то там. Ваятеновто Илиада. Илиада. Мафимата Илиада. Илиада, как Костас говорит. Στη ιστορία ήταν Τροϊκό πόλεμο, πώς ξεκίνησαν οι Έλληνες. Από εδώ και πήγαν στην Τρία και πολεμούσαν 20 χρόνια. Ιστορία войны Τρόια. Τρόια, знаете, да? Η Οδύσσεια. Ο Οδυσσέας πώς γύρισε στην Ιθάκη μετά από την ιστορία. Как Одиссей вернулся в Ιθάκη после 20 лет путешествия. Они будут писать, видимо, сочинения. Вот такие вот дела, видимо, древнегреческого. Вот такой вот у них первый экзамен. У нас, наверное, русский, как всегда, а у них вот такой вот греческий. Греческий. Такие вот вещи. Все, ладно, мы едем в Лиду. Совсем дождь сильно разошелся, пока мы чуть-чуть скупились. Цены на бензин. На солярку, на бензин. Лигаки. Дил евро и на катуштара. 2 евро сотка с лишним. В горах мы были в прошлый раз, когда ездили в деревню, кто смотрел деревенский влог. Около 2,4. Ну, 2 евро 40 центов.
Вот такие вот дела. И домой я мокрая, у меня аж блузка промокла, спина. Дождь такой пролил, хорошенький на нас, пока мы вышли с магазина. Вот. Туристы едут, туристы. Но только что здесь делать в такую погоду? Даже не искупаться нормально, не отдохнуть. Сидеть в гостинице, сидеть в комнатах, где ты снял комнаты. Ничего интересного я не нахожу. Такие вот дела, девочки, мальчики. Греция у нас замерзает. Для греков это очень-очень холодно. Надо чуть-чуть открыть окошко, чтобы проветрилось. Вжик-вжик. Поехали дальше до дома. У нас тут мы купили. Чек Вась мне вот сюда бросил. Покупки, посмотрите, сколько стоит. Левко, тыри, сыр. Тыри, сыр. Так, картошка. Картошка свежая. Такая свеженькая. Так, дальше что у нас здесь? Дальше. Печенье овсяное. Не овсяное, а пшеничное, наверное. Да, пшеничка вот здесь нарисована. Была на распродаже. Купили. Уксус яблочный. У меня кончился, я взяла. Стоит 65 центов. Что-то купил Вайс. Вот это не я купила. Это у меня купил Вайс. Что он его купил, не знаю. Так, это еда у меня кошачья. Там возле магазина были кошки, покормила. Она сидела мяу-мяу, пищала. Дала ей, другие убежали куда-то. Видимо, дождь, смылись. Еще печенька одна. Костя скушает такие печеньки. Ну и я тоже. У меня кончилась мустарда. Все мокрое, смотрите, все мокрое. Вода, потому что нас дождь застал, когда мы выходили. Все, видите, вот мокрое. Вон, видите? Даже хлебушек. И тут мокрый хлебушек такой вот. Цапата, что ли, называется? Шапата. Цапата. И здесь книжка, что будет продаваться с 1 числа. Дальше. Еще здесь куриная печень. 1,69. Мороженое было на распродаже 4. Ну, 4,40, наверное, где-то 40. 4,40, 4,30. Вот это вот 8 штук вот таких шоколадных мороженых. И вот такое тоже. Здесь 10 штук. XXL партия. Тоже где-то 4,30 что ли стоит. Смотрите, в Аподексе. Называется Пагута. Здесь колбаска вот такая копченая. Все мокрое. Эти все мокрые. Сыр такой. И два молока. Молоко вот это вот 1 евро 11 центов. Другое очень сильно подорожало. 1,70, 1,68. Вообще мы такое теперь забудем покупать даже. И вот эта колбаска 2 с чем-то евро. Там в чеке видно. Все. Так, кока-кола. Не кока-кола, а пепси-кола купила. У нас плита сломалась. Вот это стекло. Здесь вот отошло. Знаете. Я не знаю, что теперь делать. Все, я это сейчас разбираю. Девчули, мальчули, мальчики и девочки. Также их внуки, детки и все остальные деточки. Все, кто нас смотрит. Мне даже говорят, что у вас тоже дети даже смотрят. Ну ладно, раз меня смотрят дети, мне очень это даже хорошо. Очередная серия, наверное, кончилась. Кушать у меня вчера сварила вечером фаршированные перцы. Сегодня кушать ничего не буду варить. Сегодня только день балдежа. Понедельник, отдыхаем. Скоро будет полнолуние. Такое, знаете, сильное полнолуние в воскресенье 4 числа. И надо этого самого не держаться. Эти недели такая, знаете, вон воды сколько. Смотрите, воды сколько. Вот. Надо держаться. Сильная такая неделя в этот. Ух, ух, ух. Всем силы, добра и здоровья.